Ребят, а вот когда приходишь на пароход и есть время, ты думаешь, чем же тебе заняться? А есть чем заняться. Я сейчас покажу вам. Есть вот такие вот тренажерчики. Вот такие тренажерчики. Бомба, просто бомба. Бомба. Вот все сел. И маслаешь себе, маслаешь. Маслаешь. Кто хочет в дротики подрочить немного? Ну вот берешь так дротик. Просто шуруешь. Просто. Хочешь гантели? Не вопрос. Гантельки. И пошли. Раз. Вот так. Вот чем нужно заниматься. Хочешь игрушку? Бомби ее целый обед. Тема в этом тренажерчике называется антицеллюлитный ремушок. Так, одеваю за щеку. Одним нажатием. Один. Два раз. Просто кайфуешь. Вот просто кайфуешь. Просто бомба. Вы представляете, если была здесь женщина? Она бы кайфовала еще. Ну как? У женщины нет одной кайфовой. Антицеллюлитный масло. Прикольно. Прикольно. Так ты ниже опусти. Офигеть. Вот такая тема. Рекомендую. Покайфовала.